Обувь меняет язык тела. Высокий каблук делает его более выразительным, считают модельеры. Для того, чтобы тело не кричало о дискомфорте, туфли должны быть вам по размеру. Чуть больше, и нога не получает должной фиксации. Чуть меньше, и вам грозят мозоли, варикоз, бурсит. Подбирайте туфли по длине своей стопы, полноте и высоте подъема. Еще одно правило касается как высоких шпилек, так и каблуков высотой в 5 см. Врачи советуют носить их не более 3 часов в день. Необходимо ограничить максимально по времени использование высоких каблуков и по возможности использовать специальные разгружающие супинаторы для переднего отдела стопы. Специальные элементы в виде полусферы, которые поддерживают поперечную арку стопы, то есть препятствуют распластанности и перегрузке переднего отдела. Третье, на что стоит обратить внимание, толщина и устойчивость высокого каблука. Если физиологически комфортных 3-4 см вам мало, то отдайте предпочтение моделям с толстым каблуком. Тем более, что именно они сейчас на пике моды. В частности, полубатильоны и босоножки на устойчивом каблуке или тракторной платформе. Вновь актуален острый нос, стиль милитари и ботинки на шнуровке. Must have – ботинки Челси, кроссовки, кеды и сникерсы. Удобство и легкость надевания в 2017 году ценятся выше замысловатой колодки и высокой шпильки.